Сегодня министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов побывал в теплицах компании «Агромир». Сопровождали гостя председатель правительства Абдусамат Гамидов, министр сельского хозяйства и продовольствия Батал Баталов и другие. Делегация осмотрела парники. В тепличном комплексе сегодня высажена рассада томатов. Осенью 2015-го предполагается посадка огурцов. В будущем есть планы установить линию по переработке помидоров и строительство хранилищ вместимостью до 3000 тонн. По мнению федерального министра, на предприятии чувствуется сбалансированный и разумный подход. Здесь применяется, мне кажется, разумный и сбалансированный подход, который позволяет в рамках рыночной экономики быть и самоокупаемым, но в то же время доступной продукции. Поэтому изучим опыт. Через год, как говорится, посмотрим, приедем, как будет урожай, сколько будут с метра квадратного собирать, какая будет себестоимость и какая цена реализации. Но изначально кажется, что все сделано по уму.